Есть такое место, где выдают молодильные яблоки. Лечат средством макропулуса. Недолго. Всего 3 дня в году. Ты туда едешь с непременными сомнениями. Зачем тебе это? Ты уже там была. Все знаешь, всех видела. Будут немолодые, седые люди петь под гитары. Ты слышала, как они поют? Что? В палатке. Ночью. Холодно, неудобно. Тебе оно надо? Но ты едешь, сама не зная, почему. Дождь наконец-таки пошел. Слава богу, у нас в Калифорнии дождь. Промокла палатка. Мы немножко испачкались и промокли, но мы живы. И вот прибыли. Все очень хорошо. Палатка новая, тельняшка полосатая. Мы еще трезвые, но, к сожалению. Но вообще все очень хорошо. Дальше начинается чудо. Приветик. Привет. Приветик. Кажется, вернулась туда, куда нет возврата. В прошлое. Ты встречаешь людей из политеха, которых не видела 30 лет. Вспоминаешь их лицо, прическу и облик. Отчего-то настоящее становится полным сюрреализмом. Переодел штаны. Это как раз в личной жизни и произошло. Потом на аллее натыкаешься на человека из 30-й школы. А вот это разговор пошел. Круг замкнулся. Наконец перестаешь анализировать закономерности, расслабляешься и плывешь по течению. Тебя не слышно отпускает. Этот рваный ритм дня и ночи заводит тебя в какие-то непонятные сферы. Ты обнимаешься и целуешься со всеми подряд, не помня имен и лиц. Индийские урты протекают, потому что у них в крыше дырка. И в-третьих, Катя пришла. И ты промок? Катя пришла, это... А? Первое. Что-то позитивное. Я промок, потому что я надеялся, что я буду спать под Айзеном на банк-бед. И он будет меня защищать от дождя. А он не пришел. Где он? Хохочешь, как подорванная воздушной легкостью бытия. Ты ешь и пьешь столько, сколько не может потребить нормальный индивидуум в одно лицо. Неси яйца! Я несу. Ну, не несу. А ручка есть у кого-нибудь? Не надо мне только вот так вот делать. Фломастер есть. Ищешь собственного мужа 1,5 часа под ночным дождем, обнаруживаешь его на чужой станции, мирно спящим в обнимку с котлом супа. Почему-то не орешь на него, как чумная, а лишь смеешься внутренним смехом. Ведь это же так смешно, правда? Ты не знаешь имени той дивной женщины и еще с десяток другой людей, что побывали на твоем сайте. И это нормально, это хорошо, это
Здорово. Ты с кем-то поешь те песни, что были в моде 20 лет тому назад. И немилосердно фальшивишь, но никому до этого нет дела. Слушаешь чудного американского мальчика, нашего человека в Америке, поющего Высоцкого так по-ковбойски, что хочется его обнять от избытка чувств. Какая не ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласка. Пропал бы. Блин. С утра после ночного ливня сушишь палатку, раскладываешь насквозь промокшую одежду и документы, запиваешь вином кофе, чай коктейлем Пеннис Рашен. Пей, не спрашивай. Кто-то говорит: хорошим девочкам рады в раю, а плохим рады везде. Черт, почему я этого не слышал раньше? Настоящее уплывает куда-то далеко. В этом забытьи, калейдоскопе людей и судеб, шаманских Наташиных песен происходит какой-то выхлоп, высвобождение. То, чему ты расстраивалась и негодовала, стало смешным и нелепым. И ты вдруг поняла, как красивы камни на близлежащих горах, как вкусен воздух после дождя, как пахнет костер, вальковский плов, зелень травы и листьев, сухой песок полупустыни. Дорогие организаторы, билеты на слет должны стоить дорого. Очень-очень дорого. Дорого. Потому как прекрасные деньгами не измерить. Спасибо вам всем.